Говорил, что если мы со всей вместе наукой и с опытом зарубежным убедимся, что мы не в состоянии обезопасить наших шахтеров на этих глубинах, безусловно, мы примем решение закрывать и не работать на этой глубине. Но пока склоняемся к тому, что в состоянии сегодня наша наука, наши заводы, наши автоматчики и так далее, решить эту проблему, обезопасить.